Времени мало. Что есть ваша жизнь? Не более чем пар, который появляется на небольшое время, после чего опять исчезает. Если бы кто-то сказал мне об этом, когда мне было 20 лет, что жизнь очень коротка и может исчезнуть по щелчку пальца, я бы не поверил. И если я скажу это вам, вы также не поверите мне. Я не смогу убедить молодых людей в том, что жизнь очень коротка, и что она может быстро закончиться. Кажется, что это было буквально вчера. Я был еще школьником. Каждый из нас получает одинаковое количество времени каждый день. 1440 минут в день, 168 часов в неделю. В среднем мы проживаем 70 лет. И меня поражает эта цифра. Учитывая наш прогресс в медицине, мы так и не смогли переступить эту магическую черту. Сегодня мужчина в среднем проживает 70 лет и 4 месяца. Женщины живут в среднем 73 года и 6 месяцев. Большинство людей смогут дожить до этого возраста. Но средняя продолжительность жизни все равно находится в районе 70 лет. Каково это осознавать, что у вас есть лишь только одна короткая жизнь, которая рано или поздно закончится? Что бы сделал я, так это записал бы все свои приоритеты и следовал за своими жизненными целями. Именно сейчас у вас самое подходящее время. Максимально выкладывайтесь в учебе прямо сейчас. Прочитайте все книги, которые вам необходимы, прямо сейчас. Проводите как можно больше времени со своей семьей прямо сейчас. Напишите письмо, которое вы хотели давно написать, прямо сейчас. Деньги, которые вы хотели пожертвовать, жертвуйте их прямо сейчас. Люди, которым вы хотели что-то сказать, скажите им это прямо сейчас. Если ты услышишь его голос, то уже не будет завтра ни для тебя, ни для меня. Потому что время – это предупреждение. Для всех нас с каждым разом времени все меньше и меньше. Его слишком мало для нерешительности и колебаний. Никогда не останавливайтесь. Глупцы будут говорить, что времени еще очень много, но каждое утро у нас есть 86 400 секунд, чтобы инвестировать их в себя. И каждый день банк, название которого «Время», открывает новый счет для каждого человека. Он не оставляет остаток на балансе, не позволяет взять вам в кредит. Если вы не используете данные вам дни, они навсегда пропадают. Качество вашей жизни не определяется ее длиной. Иисусу было всего 33 года. И он закончил свою жизнь на кресте. Для всего мира он был неудачником. Но в самом конце своей жизни он сказал, что я смог завершить то дело, которое было дано мне. Неважно, проживете вы еще один год, два года или пять лет. Самое главное, будет ли закончена ваша работа? Качественно ли она будет сделана? И насколько вы посвятите себя этой работе?